Вот такой вот симпатичный дом, который я для вас снимал в предыдущем видео. Это жилой комплекс Green Sail. Речь сегодня пойдет о жилом комплексе Vertex. Тоже сданный дом, статус квартира, уже заселен, подключен к коммуникациям, управляющая компания, детская игровая площадка, все как положено. И есть даже зона барбекю, о которой я говорил в предыдущем видео, с видом в сторону моря. Естественно, ценообразование здесь пока еще доступное, но как только разберут соседний комплекс ЖК на Белорусской, цены здесь еще подпрыгнут. Рассмотрим с вами несколько вариантов квартир. Не буду вас долго томить. Мы находимся на улице Белорусская. Это начало, так сказать, центрального части Адлера. Консьержа, здесь у нас лестничный марш и лифт, который уже функционирует. Сейчас мы с вами поднимемся на 6-й этаж, рассмотрим несколько вариантов квартир, всего 4. Вот там вы видите стройку, которую разбирают, и все квартиры, которые смотрят в сторону моря, будут иметь замечательный лифт. Кстати, фирмы Койо, вот такой вот квадратной формы грузовой, пока его отделали фанерой, чтобы не испортить. Ну, нормальный лифт, хороший, достойный. Статус здесь квартиры. Напомню, что доплата за газ здесь 120 тысяч рублей в каждой квартире. Разговаривает он? Нет? Нет, по-моему, не разговаривает. Ну да ладно, выходим мы на 6-й этаж. Сразу видим, здесь у нас счетчики на воду. Пожарный гидрант на каждом этаже. Просто сейчас вам покажу с лестничного марша, какой все-таки здесь вид тоже на море будет, когда этот жилой комплекс разберут. Сейчас активные ведутся демонтажные работы. Ну, пойдемте посмотрим несколько вариантов. В тех домах, которые уже многие давно проживают и делают ремонт, обязательно в каких-то из квартир, которые еще не проданы, копится какой-то хлам. Обратите внимание на то, что счетчики электричество выведены наружу, это именно около двери. Это очень даже хорошо, потому что такое не в каждом комплексе увидишь. Я вам открыл сразу 3 квартиры, которые мы с вами рассмотрим. Смотрите, это площадь 43,3 квадратных метра, полторашка так ее называемая. Выделен здесь санузел. И получается у нас вот этот нюанс в виде столба. Но у нас получается вот в этой стороне спальная комната, здесь большая просторная кухня-гостиная. За газ придется доплатить 120 тысяч рублей, я уже сказал. И вы видите, тут всякий хлам строительного материала накидали соседи, что не есть хорошо. В эту же площадь, кстати, входит вот такой вот балкон. Причем хорошей формы, где можно расположиться, посидеть, вечером полюбоваться вот на такое, вот на такую красоту. На море, на пляж, который вам идти, ну буквально сколько здесь? Минуты 3, не больше. То есть здесь есть проход, вон там проход и туда. Пока ведутся демонтажные работы, вот здесь проход они закрыли, поэтому надо чуть-чуть вокруг обойти. Но он тоже оборудован, то есть там есть и лежаки, и все такое. То есть недавно там был, все очень даже там хорошо. Ну да ладно, вернемся обратно к варианту квартир. То есть данную квартиру мы с вами рассмотрели. 43,3 квадрата, она по 160 тысяч за квадрат. Это 6 миллионов 928 тысяч рублей. И мы идем с вами смотреть следующую. Давайте сразу напротив посмотрим. Тоже видим вот этот столб, тоже он нам бросается сразу в глаза. Ну да ладно, можно его как-то обыграть. Здесь у нас выделен санузел просторный, нормальный. В принципе, его и менять-то и не стоит. Хотя у вас такая возможность есть. Коридор, прихожая, то есть можно как отсюда сделать дверь, так и распланировать, наоборот, здесь как гардеробную. И как-то вот подумать, что можно с этой планировкой сделать. Ну, много ничего не сделаешь. Это площадь всего 39,7 квадратных метров. И можно выделить отдельную спальную комнату и оставить кухню-гостиную. То есть вот такая небольшая квартира для отдыха, для жизни, в принципе, тоже подойдет. 6 миллионов 352 тысячи рублей она тоже
имеет цену 160 тысяч рублей за квадратный метр. В той стороне у нас виден район, часть совхоз, в общем, ЖК Адлер, ЖК Континент. Вон там все подешевле можете найти. То есть в эту сторону будет красивый вид на горы, когда ясная погода. Улица Ленина проходит, там уже автобусная остановка. И у нас гипермаркет есть, который называется «Апельсин». Там же есть рынок и все необходимое для жизни. Так, идем в следующую планировку, которая у нас имеет уже большую площадь. Вот это. И как обычно, вы сразу заметили, накидали всякий хлам соседи. Ну что поделать, надо для вас снимать разные обзоры. 59,5 квадратных метров. Это квартира угловая с большим просторным балконом, выделенным санузлом, хорошей прихожей. То есть здесь можно поработать дизайнеру, но в любом случае ее, к сожалению, сделать только полуторакомнатной просторной квартирой. По-другому никак. Так, цена 9 222 000 рублей, и такая же площадь на третьем этаже стоит 8 330 000, по 140 000. Это 155 000. Так, давайте я вам покажу санузел. Ну, они все стандартные, то есть заходить туда не будем, все и так понятно. Здесь у нас кухня-гостиная просторная, большая спальная комната, которую вы можете выделить на свое усмотрение. И вот такой вот балкон. Смотрите, этот балкон уже попросторнее других балконов. То есть здесь прям вообще можно вечером отдыхать. Там у нас железнодорожный вокзал, можно даже пешком ходить. То есть приехали на поезде, пешочком дошли по равнине. Ну и вот такой вот замечательный вид на море. Кстати, на третьем этаже такая квартира, я уже сказал, что она стоит 8 330 000. И там тоже есть вид на море, конечно, не такой, но он есть. Так что вот таких вот аналогов вариантов квартир не так уж и много, господа. Мы по-прежнему с вами на 6-м этаже. И покажу вам последнюю квартиру, которая тоже у нас имеет площадь 43,3 квадратных метра. Такая же полуторакомнатная квартира, как и остальные варианты, которые я вам показывал. Давайте посмотрим здесь санузел. Столб, естественно, стоит, он может к месту, не к месту, но от столба до столба можно выделить отдельную спальную комнату. А вот это вот у нас уже кухня-гостиная. И вот эта квартира тоже по 160 тысяч за квадрат, стоит 6 928 000 рублей. Но, честно говоря, мне противоположный вид на море гораздо больше нравится, поэтому я удивляюсь, почему именно такая цена. Но всего тут все меньше и меньше квартир остается, поэтому, может быть, застройщики и не торопятся менять ценообразование. Вот, кому-то нравится южная сторона, кому-то нужна северная сторона. В общем, в принципе, здесь газовый котел есть, без разницы, да, то есть у вас отопление автономное, обслуживание, опять же, недорогое, в пределах 25 рублей за квадратный метр здесь, как и в Гринсейле, в соседнем. Ну и дом жилой, ипотека, ребят, проходит. Вот ЖК, допустим, первый, который располагается в той стороне за Триумфом. Там цены немножко подешевле, то есть квадратуры можно выбрать побольше. Ну, разные планировки. Так что, кому понравился один из вариантов, советую присмотреться, потому что цены здесь будут только расти. Как я уже сказал, разберут белорусскую. Аналогов по расстоянию с такими комплексами нету просто. Я уверен, что цена здесь в дальнейшем поднимется до 200 тысяч за квадратный метр. Определенно есть к этому все иметь основания. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Оставляйте комментарии. Я буду с вами прощаться. Рекомендую вам этот объект. Всем пока.